Четверг утром фьючерсы снова предвещали пониженные акции после отказа кредиторов еврозоны в просьбе Греции продлить срок выплаты долга. А также упала нефть в результате выпуска данных о превышенных запасах. Доллар США под давлением. Евро понижено на 0,23% относительно доллара и стоит 1,1379. Фунт понижен на 0,1% относительно доллара и стоит 1,5426. Доллар США также повышен относительно японской иены на 0,22% и продается за 118,97. Аналитики обращают ваше внимание на пару доллар США против доллара канадского. Пара пробила потолок медвежьего тренда и, вероятно, покажет дальнейший рост. Если линия поддержки останется на уровне 1,2395, можно ожидать повышения до 1,2540, а дальше 1,2605. Наблюдается отскок драгоценных металлов. Аналитики снова обращают ваше внимание на золото. Показатель RSI отражает бычье движение и предвещает дальнейшее повышение. Если уровень 1197 останется непробитым, можно ожидать повышения до 1225.30 и 1234. Серебро повышено на 2,82%, тройская унция стоит 16,77. С вами был Даниил Векслер, вы смотрели Trading Central Web TV.